Так, сегодня у нас такое 23 ноября, и меня угостили домашним вином, Валентин угостил. Это вино из Молдовы, и надо провести дегустацию. Из Молдовы? И все? Нет, Молдова и винный какой-то, я не знаю, такой крупный. Да. В общем, Молдова еще какой-то этот. Короче, Азия отдыхает. Ну, цвет насыщенный. Даже, может быть, и зубы покрасят. Не красят он? Знаешь, есть такие вина, которые как бы красят. Ну, химический. Запах, офигенный запах. Сейчас смотрим. Можно нюхать или даже не пить. Ну а на вкус? Он трусится, думает, приговор, да. Ну, не нравится. А тебе же золото. Давай, я ловлю. Оно молодое, да? Я знаю, что оно молодое. Ну, что ему сказать? Молодое вино, в меру кислое, в меру терпкое, в меру вкусное. Вот это для пьянства то, что надо. Ну вот такие вот эти послевкусия длительных, как это шлейф или как это первая нота, вторая нота, не наблюдается. Но если бы оно выстоялось, но тут самый секрет в чем? Он... Хорошее вино. Секрет чем хорошее вино это тот. Из изюма. Да, медленно играла. Ладно, надо принести ему свое вино и снять его реакцию, попробовать. Отличное. Но сразу вам скажу, какое-то низкоспиртуозное оно немножко. Да. По шарабану не пьет. Спасибо, Валентин. Жена будет довольна, я заберу остатки. О, то, что надо. Вот видите, у нас тут иногда на работе происходит обмен винодельческой продукцией и как бы перекрестные дегустации. Вот теперь уже и послевкусие появилось. Ладно, жена, наверное, обойдется. Пошел я ее дальше бухать. Так. Сыр ферма. Сыр як треба. С лесными грибами. Сыр плавленный. 15,50 ДСТУ. 35% жира. Ну, посмотрим на такой плавленый сырок. Реакцию уличного бандита, если он тут еще крутится на улице. А где ты там? Хочешь есть? Ну иди сюда. На, тебе поломай. Кушай. Так, прошло 5 минут, посмотрим, что там
Бандит, доел или нет? О, половину съел, а половина еще осталась. Куда? Что, не нравится тебе сыр, плавленый с грибами? А? Вон еще надо докушать. То есть это четверть доела, четверть не доела. Будешь? Иди сюда. Ишь. Давай. Вот он. Да. В общем, не нравится она ему. Ну, хоть чуть-чуть покушать.